Всем привет! Мы с вами находимся на заводе Bonum. Сегодня хочу представить вам нашу новинку. Это тентованный полуприцеп. Мы сделали его специально для тест-драйва. Он будет работать у наших клиентов, что даст нам возможность понять, насколько он соответствует требованиям наших заказчиков. Давайте более подробно расскажу вам про шасси нашего полуприцепа. В задней части вы можете видеть оцинкованный бампер, оцинкованный противоподкатный брус. Это все собственного производства. Далее идет корзина запасного колеса под два запасных колеса. Инструментальный ящик Дакин на замочках с манжетой, то есть вода сюда не попадает, полностью защищен от влаги. Далее, смотрите, мы устанавливаем стандартные комплектации оси немецкого производства компании SAF, дисковые тормоза, возможно исполнение с одной подъемной осью. В средней части полуприцепа располагается боковая алюминиевая защита. Также здесь можно увидеть кассету подконники, в ней уже стоят конники. И сама рама полуприцепа выполнена с применением высокопрочной стали. Давайте перейдем к передней части полуприцепа, покажу ее более подробно. Здесь мы видим оцинкованные стойки собственного производства также. Передний портал выполнен из алюминиевых панелей высотой 200 мм. И также он изнутри защищен листом влагостойкой фанеры толщиной 9 мм и высотой 1 метр 25 сантиметров. Давайте теперь покажу, как полуприцеп устроен изнутри. Кстати, наш полуприцеп фактически ничем не отличается от всех известных европейских брендов, которые покинули российский рынок, потому что фактически все компоненты мы закупаем у тех же самых поставщиков. Здесь сделана специальная ручка, чтобы закрепить воротину. Также здесь есть лестница, чтобы водителям спокойно залезть вовнутрь. Смотрите, в задней части мы клепаем алюминиевый лист для защиты от царапин, когда груз заезжает, выезжает. Пол выполнен из фанеры влагостойкой толщиной 30 мм. Все стыки дополнительно проклеены герметиком. Далее, во всех комплектациях полуприцепов, стандартной, нестандартной, короче, во всех комплектациях полуприцепа мы делаем закладные подконники сразу по всей длине полуприцепа. Также по всей длине полуприцепа есть вот такие страховочные петли потайные. В стандартной комплектации полуприцепа всегда идет обрешетка. Она выполнена из шлифованной доски. Тент боковой имеет плотность 900 грамм на метр квадратный. Крыша плотностью 680 грамм на метр квадратный. Боковые стенки сдвигаются и в сторону кабины, и в заднюю сторону. Крыша сдвигается вперед. Давайте пройдем в переднюю часть. Более подробно покажу, как выполнена передняя стенка. Я вам уже говорил, передняя стенка усилена листом фанеры. Вот он, то, о чем я вам говорил. Толщина 9 мм, высота 1 метр 25 сантиметров. Габариты данного полуприцепа стандартные. Ширина 2,48, высота 2,705 и длина 13,6 метров. В данный полуприцеп помещается по ширине 2 европалета, в общей сложности помещается 33 европалета. Вот, собственно, все, что хотел рассказать вам о нашем полуприцепе. Кстати, воротина, обратите внимание, везде уплотнена, то есть вода не будет затекать внутрь. Вот. Закрывается. Вся фурнитура у нас тоже импортная используется. Задвигаем лестницу. Все, прицеп готов
Это был небольшой обзор на наш тентованный полуприцеп, который, напомню, уезжает на тест-драйв к нашим клиентам. Задавайте все вопросы, которые в этом обзоре я не осветил. Будем рады ответить на все вопросы в комментариях. И также приезжайте к нам на производство. Будем рады новым клиентам. Всем пока!